В этом году День Победы вместе с нами встретили 12 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждого фронтовика поздравили дома. Пожарища, Катрини, Сталинград, все это ты, все это ты, все это ты, Великая Победа, все это ты, все это ты, все это ты, Великая Победа. Вот так музыкально и празднично поздравляли фронтовые бригады ветеранов Славянского района. Одним из первых 9 мая около своего дома гостей встретил Василий Васильевич Вертель, прошедший всю войну. Василий Васильевич командовал взводом разведчиков, участвовал в освобождении Сталинграда, Крыма, Белоруссии, Прибалтики. Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красной Звезды. Участвовал в 3 парадах Победы в Москве. С Днем Победы! Спасибо вам за мужество, за отвагу. Спасибо за то, что вы есть, за то, что у нас сегодня мирное небо. Мы живем, воспитываем детей, трудимся на благо нашей родной страны. За это вам большое спасибо. Кроме слов признательности, ветерану были вручены цветы и памятные подарки ко Дню Победы. Василий Васильевич поблагодарил всех за прекрасный праздник, устроенный в его честь, за замечательные песни, прозвучавшие для него, и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой. Разрешите мне от всей души, от всего сердца поблагодарить вас за такую заботу. Я желаю вам всем добра, счастья, успехов, а самое главное – здоровья. С победой вас! Дальше фронтовая бригада с поздравлениями отправилась к ветерану Великой Отечественной войны Мальвине Ивановне Порядиной, воевавшей в партизанском отряде. Глава района Роман Синеговский поблагодарил эту мужественную женщину за стойкость духа и пожелал долгих лет жизни. Спасибо вам за победу, за мирное небо над головой. Дай Бог вам крепкого-крепкого здоровья, долголетия. И вот чтобы рядом вокруг вас были ваши родные и близкие. Ну и, конечно же, не обошлось без праздничной песни, которую исполнили для ветерана. Одержи победу, тебе приеду на горячем боевом коне. 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне вместе с нами встретили 12 ветеранов. И каждого из них 9 мая лично поздравили с праздником представители администрации и выездные концертные бригады.